Мы хотели бы с девелоперами, которые у нас присутствуют, это Томас из компании IKEA Business Park и Максим из компании KR Properties, стороны девелоперов, и арендаторами Алексей из компании HomeUp и Михаил из компании AirBroker поговорить по поводу, что же все-таки изменилось за последние 12 месяцев, что хотят сотрудники и компании, которые Михаил и Алексей представляют, на что готовы арендодатели в лице KR Properties и IKEA Business Park. И что же будет в следующие 12 месяцев? Начать я хотел с того, что каждый год мы видим какие-то интересные события. Все течет, меняется, и у нас появляются новые интересные мысли и гипотезы, которые мы тестируем и применяем в нашей работе. На данный момент мы находимся на рубеже смены основных, наверное, поколений в компании, когда на смену поколения Y приходит поколение Z. Это молодые, успешные мальчики и девушки, которые вышли из института в возрасте 22-23 года, которые составляют активную часть сотрудников технологических компаний. Конечно же, поколение Y никуда не уходит. Это люди, родившиеся с 80-81 года. И интересно посмотреть, как меняются потребности, ожидания и спрос со стороны арендаторов, и как это все влияет на рынок недвижимости, офисной недвижимости в Москве, но я думаю, не только в Москве, но и в других городах России.